я здесь. Что такое? На нас напали. Упокоители. Несколько десятков, а то и больше. Сраные упокоители. Та девчонка, за которую ты так переживал. Лиза, стой, погоди. Что случилось? Где Лиза? Ее забрали. Убили ее и еще троих. Элкай проследил за ними сколько мог. У них убежище... Короче, слушай, я видел, что эти уроды делают с пленниками. Я ждать не буду. Да, пустите. Привет, как жизнь? Надо чего? Нам все время не хватает инструментов. То одного, то другого. Вообще, как можно починить тут что-то? Отлично. Что-то еще? Сейчас завернем. Будет что-то нужно, скажи. До скорого. Дикон Сент-Джо. Слушай, Дэймон. Стоящая вещь. Неплохо. А с этим что мне делать? Заходи в любое время. Как дела? Привет. Заходи почаще. Дик, слушай, у меня есть кое-что интересное для тебя. А это вряд. Начал логику покажите. Как создают тату? Учит. Привет, Дик. Как там жизнь в одище? Джейзи, ну, как тут мой любимый партнер поживает? Бензин, да. Вот так. Порядок. Yeah.
короче, да, блядь. Если вы ее тронули, клянусь я. Да чего уж там, я вас, твари, при любом раскладе урою нахер. Держись, Лиза, я иду. Это Лиза уронила? Уж точно не кто-то из упокоителей. Маленькие следы, женские, это Лиза. Они... Протащили ее здесь. Если вы что-то сделали, ублюдки, я вас всех до одного поубиваю. Ищи теперь свой путь. Они мертвы, урод. Они не вступят в вашу долбаную секту. Я заберу. Сюда? Они затащили ее сюда? Свободные правят миром, да? Мертвые ничем не правят. Господи, сволочи, что же вы делаете? Нет, она не здесь. Где ты, Лиза? Я из Калифорнии. Она должна быть где-то здесь. Я был в освобождении. Был в толпе. Никто к вам не примкнет! Вот я тебя и нашел. Могу путь указать!
я иду. Сюда. Они затащили ее наверх. Лиза где-то там наверху. Лиза, я сейчас. Он здесь. Я ранена. Лиза, вот ты где. Господи, что с тобой сделали? Лиза! Лиза! Эй! Милая! Нет! Эй, эй, эй! Тихо, молчи! Лиза, это я. Ну, Дикон, помнишь? Дикон.
Дико. Все, тихо. Не бойся, все будет хорошо. Ты цела? Черт, бежать можешь? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк. Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног. Со всех ног? Только не останавливайся. Готова? Да? Беги. Бежит, блядь. Тотка бежит. Администрации. Беги к байку, давай. Все, ушли. Ты в порядке? Нет. Слушай, к югу отсюда, на Лост-Лейк, есть лагерь. Там не так, как в Хот-Спрингс. Железный Майк не похож на миссис Такер. Ненавижу миссис Такер. Там ты не будешь одна. Это хороший лагерь. И там безопасно. Ладно. Держись. Рики! Рики, ответь! Ты еще на этом канале? Лагерь Лост-Лейк, ответьте! Дикон? Давно тебя не слышал. Что тебе нужно? Короче, приезжай уже. На шоссе Каскейд, на пересечении Солт-Белл на Проуд. Я сейчас еду туда. Знаешь, что сказал Майк в ту ночь, когда вы с Бухарем уехали? Ну да, точно. Вот поэтому я связался с тобой, а не с Шиза. Майку не нужно об этом знать. Тут со мной девочка. Что? В смысле, девушка, выжившая. Она уже давно в Одище. А ты нашел выжившую и хочешь привезти ее в Лост-Лейк? Это ты привезешь ее в Лост-Лейк, а я привезу ее к тебе. Рики, ну что? Да, ладно, я выдвигаюсь. Конец связи. Рики, ну да, рад был поболтать. Тебе там понравится, обещаю. Я говорю, Майк нормальный мужик.
любит поорать, но ты просто не обращай внимания, поняла? Ладно, там есть один тип, Шизо. Если он будет к тебе лезть, просто скажи Рики. Или скажи Эдди. Она у них за доктора. Вот, скажи ей. Эдди, она хорошая. У нее есть лекарства всякие. Привет, Рики. Привет, Дик. Я удивлена. Такер перестала торговать рабами? Лиза, это Рики. Она отвезет тебя в безопасное место. Ничего не изменилось, Дик. Железный Майк тебе за это не заплатит. Да при чем тут? Я же не про... Разреши. Это же совсем другое. Дело же не в деньгах совсем. Mm-hmm. Просто забери ее, а? А что с ней, Дик? Ну, короче, ее поймали упокоители, и я... О, бог ты мой. Ну, Лиза, привет. Я Рики. Скажи, ты любишь рыбу ловить? Я вот обожаю. Больше всего на свете я люблю рыбачить. Хочешь, вместе пойдем? Да? Я расскажу тебе про Lost Lake. Знаешь, вода в нашем озере просто чистейшая, а рыба, бог ты мой, рыба на рассвете прямо скачет вот до сюда. Увидишь, там тебе очень понравится. Давай, держись покрепче. Готова? Большое тебе. Они идут. Они хотят. За мной пришли. Чёрт, кухарь, ты чего? Нет! Ты как сюда попал? Эй. А ну не с места. Кухарь, это я. Не с места. Это Дик, успокойся. Если только рыпнешься. Давай поговорим. Пойдем нахрен. Спокойно. Ну-ка, дай пушку. Нет! Давай нет, сюда пушку. Нет, давай! Чёрт. Охренеть. Кухарь, ты охренел, что ли? Я слышал. Я голоса слышал. А только этого не хватало. Стой, Дик. Ты разве не слышал? Ни хера я не слышал. У тебя заражение крови. Да иди ты. Да сто пудов. Ты сам посмотри. Нахрена мне? Вставай, смотрите. Тебе нужна помощь. Да отвали. Вставай. Ну чё ты докопался?
Извини, что я тебе чуть башку не снес. Просто мне что-то померещилось. Осторожно, ступеньки. Да вижу я. Просто они у меня в голове были. Да, конечно, я понимаю. Я их слышал, Дик. Я их реально слышал. Шаги прямо в голове стучали, как будто сапоги тяжелые. Еще несколько ступенек. Не надо меня держать. Я сам ходить могу. Я могу входить. Ладно. Ладно. Я просто сам не понял, что произошло. Увидел их. Целую толпу. Они перли на меня. Ага. Давай, давай, садись. Ехать надо. Стой. Стой, стой. Ехать? Куда ехать? Я не... Прокатимся немного. Тебе полезно будет проветриться. Проветриться? Да-да, это дело. Хороший воздух. Поедем. Пойдем туда. Идем. Дышать. У меня музыка. Не надо, да? А куда мы едем? Дик. Ты помнишь, как мы тогда выезжали из Фервелла? Ты помнишь? Да. Я помню. Дороги были под завязку забиты машинами. Там было столько людей. И все куда-то ехали. Думали, они смогут спастись. Надо только гнать быстрее. Надо только оторваться. Только это все было бесполезно. Я уже это понял, они еще нет. К тому времени, когда они махнули рукой и пошли пешком, а потом побежали, было уже поздно. Да, слишком поздно. И я помню, как у меня на глазах тысячи фриков прямо волной хлынули на дорогу и накрыли всех этих придурков. Да. Я помню. Когда видишь такое, понимаешь, что рано или поздно настанет и твоя очередь. И это никак не предотвратить. Хоть и убейся, но... Ты знаешь, почему мы продолжаем бороться? Нет. Потому что ничего другого нам не осталось. Да. Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before, but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and more surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. Like the enemies that we are battling, I am nothing but a human alien. Left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. Yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes,
With a soldier's eyes, I've seen inside the devil's dreams where young men die. And graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding, and I hate what we've done. But just like every other fool here, I'll keep marching on with a soldier's eyes. With a soldier's eyes. Ты что это делаешь? Да так. Ну-ну. Решил в люди выйти при полном параде? В общем, да. Надо же поздороваться, пивка выпить, а потом, может, лазарет вальсировать. Ну, короче, просто борода задолбала. Да ладно, я просто стебусь. Дик, слышь? Майк сказал, что в следующий раз тебя убьет. Если сказал... Старик уже свое имя начал забывать. Не-не-не. Он вспомнит. Не засыпай. Мы съехали с трассы, но если шальных их заявится... Ладно. Дик, да. Только в лагере никого не убивать. Никого я не трону. Ты как? Офигенно. Они рвали его на куски, как эти чертовы фрики. Я выстрелил, а потом побежал. Короче, к упокоителю можно лезть разве что гуртом. Кто это был? Ты! Ну, привет! Притих, да? Чего ты меня сюда потащил? Мы должны кормить лагерь.
чертовы фрики. Я выстрелил, а потом побежал. Тут что-то есть. Что там? Я что-то видел. Что-то здесь есть. Есть что? Когда в патруле скучно, это хорошо. Ты куда потом? Отоспаться попробуй. Эта девка новая. Лиза или как ее там? Это еще короче, что? Все время что? Плачу. Первое время я из-за нее как дела? Не могу. Что с ней такое? Ее ж водища наша. Что ты хочешь? Здесь не так. Это еще кто? Есть кто-нибудь? Ну, привет. Вот и где. Девкинка. А, я где-то сохранялся, да, походу? Возьми, где-то сохранялся. Камень? Здесь кто-то есть. Нет-нет-нет, здесь есть. Нельзя спрятаться. Что меня видно, как на ладони. Привет. Привет. Эй, это камень. Нет. Эй, камень. Здесь кто-то есть. Что там? Похоже, что-то будет. Здесь что-то есть, что-то тут не так. Что-нибудь видишь? Как дела? Эй, привет! Я что-то видел. Есть там кто-нибудь? Кажется, там кто-то и... Попался. Нет, вот смотри в другую сторону. Я сейчас тех же кустов. Ладно.
Как дела? Как дела, говорю? Я же камень бросил, туда должен был пойти. Да, потихоньку. Нет? Просто в другую комнату переставил комп. Тут рядом с окном. Получше. Здесь не спрятаться. Меня видно. Пипец. Да как ты меня увидел? Да, это... Игрушки новенькие. Лизган. Я тебя опять поймали. Нахуй туда. Нет, здесь нельзя спрятаться, меня видно как на ладони. Заметь. Да ёб твою мать, как ты так далеко? Я не могу там обойти, блядь. Да, нет, 2 часа. У меня пока 2. Железный Майк и Шиза. Ну, попал. Что-то здесь не так. Опять ты за свое. Я не хотел, чтобы что-то досталось Рейман. Рейман. Это Карлос. И ты это знаешь? А? Здесь кто-то есть. Рейман. Шиза, хватит. Прекрати уже. Какого? Здесь кто-то есть. Здесь кто-то есть. Блять. Здесь что-то есть. Что? Тут что-то есть. Эй, слышишь? У нас нет доказательств. Привет!
послушаешь этого психа Копленда. Все, давай. Придешь, когда будет Эдди. С этими людьми я поговорю сам. Эдди, что-то есть. Что? Что за... Тут кто-то есть. Что-то тут не так. Здесь кто-то есть. Похоже, что-то будет. Это здесь. Надо только пробраться внутрь. А ты хочешь к ним подходить? Или так, фантазируешь? Да, нет, просто любопытно. Я мою посуду, и тут смотрю, идет Рики, и вся такая... Не так уж трудно. Я вышла из своей хижины, а через две секунды оттуда же выходит Эдди. Давай, удачи. Твою ж. Привет, Рики, Эдди. Я уже ухожу, так что если вы меня пропустите... Слышь, ты чего это шаришься в моем лазарете? О, ты меня застрелишь. Не, погоди, есть же кодекс, да? В бабу стрелять только в крайнем случае. Вот тебе случай. А, черт, слушайте, я все вам могу объяснить. Глянь, что в сумке. Что, теперь наркотой стакер торгуешь, когда ты привел девочку? Я думала, ты изменился. И явно ошиблась. Нет, у него тут не наркота. Что? Это антибиотики. Бухарю плохо. Заражение крови. Идти мне больше некуда. А как это с ним случилось? Без разницы. Я облажался. Тащи его. Ну, веди его сюда. Нет, так нельзя. Еще как можно. Мне плевать, кто это, и плевать, что скажет Железный Майк. Если человек болен, ему надо помочь. Надо заботиться друг о друге. Мы — это все, что у нас есть. Идем, я тебя подброшу. Куда нам ехать? Помнишь, на въезде в долину был небольшой лагерь? Да, помню. Это, по-твоему, байк? Может, не такой крутой, как у намадов, но ездит. Садись. Как она там? Девчонка, которую я привел, Лиза. А ты меня отведешь к ней? Нет. Не понял, Рики, что за дела? Почему нет? Не могу, ее тут нет. Стоп, я что-то не понял. Куда она делась? Пару дней назад Шиза назначил ее в команду собирателей. Она и еще трое ребят пошли в Кэмп Роук за припасами. Вернулись без нее. Ты хочешь сказать, они бросили ее? Бросили ее водище? Никого они не бросали. Убежала она. Господи! А дальше кто знает? Волки, фрики, упокоители. Выбирай на вкус. Чем же задумал? Нахрена он послал ее за припасами? Все должны работать. Так у нас заведено, и ты это знаешь. Просто не верится. В Мэрион Форкс, где я ее нашел, она продержалась несколько лет. Да, может, не надо было ее оттуда забирать? Кто здесь? А ну, вали, пока я тебе башку не отстрелил! Это я. Стой, назад! Эй, привет, я Рики. Ты меня помнишь? Я год назад вместе с вами была. Рик, да. Втомила? Да. Это,
Я что думал? И Lost Lake? Да. Да. Подожди. Ты вспомнил, как себя чувствуешь? Бухарь, ничего. Да, зашибись. И все равно ты не имел никакого права нас грабить. Прикалываешься? Ты его руку видела? Что мне было делать? Ну, не знаю. Попросить по-хорошему. Господи, тоже мне грозные байкеры. Самые крутые намады на все одище. И вот приползли на брюхе к Майку. А, стоп! Если вас пустят. Короче, ведем пока его к Эдди. Пошли. Давай, встаем. Руки убери. Рики. Ну да, Рики. Стоп, а мы вообще куда? Эдди сказала, она посмотрит твою руку. Попробует тебя подлечить. Что? Нет! Нет, не поеду я ни в какой лагерь. Нахрен мне это надо? Да и... Это всего на несколько дней. Она даст тебе какие-нибудь лекарства, и потом... Нет. Сам знаешь, что там за жизнь. Да ты все перепутал. Это не Hot Springs, это Lost Lake. Железный Майк, помнишь его? Железный Майк? Он хотел нас убить. Ты сказал... Это было давно. Они отстроились. Теперь там больше народу. И все они там подохнут. К тому времени нас уже там не будет. Там единственный врач на всю округу. Эдди, она тебе поможет. Только на пару дней. А потом уедем отсюда к черту. На север. Как ты сказал, надо убраться отсюда подальше. Да. Да, поедем на север. Оставим все это в прошлом. Ну, в общем, мне бы лучше вернуться к пациенту. За ним присмотр нужен. Чё, слилась? Да, ты сечёшь. А сколько это? Ну, в смысле, сколько его лечить? В смысле, надолго ли ты застрял? У нас есть антибиотики, но их мало. Если Майк вас оставит, у твоего друга есть шанс. Так что случилось? Как он так руку обжег? Мы нарвались на упокоителей к югу от Балнапа. Им не понравились его татухи. Господи, я слышала, что они проделывают такое с собой, но не с теми, кого пытаются завербовать. Да не хотели они его вербовать. Ну, лучше бы Такер тоже с ними договорилась, как Майк. Рики, но он не понимает. Карлос не будет соблюдать никакой договор. Это все уловка. Но Майк этого не видит. Он видит больше, чем ты думаешь. Ты ведь человек не потерянный. Просто душишь голос сердца. Спасибо тебе за поддержку. Этому говнюку вообще нельзя верить. Эдди размазня. Майк, мы едва кормим тех, от кого есть хоть какая-то польза. Куда нам еще этого коллега? Он не коллега, он может работать, он... Им просто надо дать пинка. Нет, паца. Майк, разве мы такие? Охренеть, ну ты даешь. А ты? Неужели надоело быть шестеркой у Такера? Реймонд, а? Хватит! Не зови меня так. В жопу достал. Ну все, видишь? Хватит! Видишь? Ты знаешь, что это за хрен и на что он способен? Ты успокойся! А ты? Убери капушку. Майк, это ведь он привел эту девочку! Я знаю!
И да, я знаю, что он за человек и что он сделал. Он не хуже, чем ты. Или Рики. И не хуже меня. Мы все пожили свое водище. И всякого дерьма там успели наворотить. Дик нам пригодится. Стоп, минуточку. Я прошу лишь несколько дней и антибиотики. Сделаю, что скажете. Ну что, ладно. Как решите, я согласен. Все, пошли. Я тебе не верю. Только не начинай. Так это ты их привела? Привела? Скажешь тоже. Бухарю помощь нужна. Этот хер ограбил лазарет. Кстати, замок там очень ненадежный. Рики сказала, ты больше не работаешь на Такер. Ты прислал ту девочку сюда? Прости, что я тогда соврал тебе насчет Такер. Сколько вы уже скитаетесь? Ты и Билл. Не знаю. Как ты теряешь счет времени? Если люди не начнут обживаться на месте и вести хозяйство, к следующей весне уже никого из нас не останется. Если ты разрешишь нам переждать здесь, пока Бухарь не поправится, я готов браться за любую работу. Просто я хочу, чтобы ты знал, как только он поправится, мы соберем припасы, снаряжение и поедем на север. На север? Там есть лагерь, рядом со Смит-Рок. Бухарь там никогда не бывал, а здесь слишком много воспоминаний. Пора начать все заново. С чистого листа? Ну да, понимаю. А теперь иди, не маячь перед глазами. Мне надо подумать. Ладно, Майк, как скажешь. Если что будет нужно, пусть Рики со мной свяжется. Дикон, эй, все в порядке? Что такое? А, да вообще-то я к тебе. Так. Зашел узнать, не нужно ли чего. Ну, для лазарета. На самом деле у нас всего мало. Ну, в смысле, нужны лекарства, стерильные бинты, инструменты. А, вот. Нож Листона? В гражданскую войну такими выполняли операции в полевых госпиталях. Операции? Да, когда не было анестетиков и опия. Я там написала, где такое можно найти. Это брошюра из туристического центра. В Кэмп-Шермане, где фриканы так и кишат? Ну, я попробую. Да, Дикон. Спасибо. Нож для ампутации. Ехать в Кэмп Шерман. Африков. Там как муравьев.
дерьма в жизни и так хватает. Ты ведь что-то продаешь? Если вспомнишь, что нужно, приходи. Давай, вали отсюда. Слушай, хочу спросить. Я слышала, как ты приехал тем вечером с Рикки. Кто с тобой был? Бухарь. Его зовут Уильям. Билл. Но я всегда звал его Бухарем. Не спрашивай, почему. Короче, ты скажи, с ним все нормально будет. А то я видела его в лазарете. Выглядит хреново. Да, он поправится. Его подштопают, и мы поедем на север. Вот. Так что не волнуйся, ладно? Ладно. Пока. Привет. Привет. Давай быстрее. Привет. Минутку. Я открою. Меня кто-нибудь слышит? О, Брайан, это ты? Да, да, это Брайан. Наша рация еще при тебе. Хорошо. Я постараюсь помочь тебе выяснить насчет той женщины. Сара Уитекер. Сара Уитекер. Я посадил ее на твой вертолет. Да, да, я знаю, ладно. Но сначала ты должен для меня кое-что сделать. Чего? Я тебе что-то должен? На твоей рации есть цифровой дисплей. Я отправлю тебе зашифрованное сообщение. Координаты. Встретимся там. О, Брайан, ты чего там мутишь? Просто жди на месте. Меня будут сопровождать бойцы НР, как и раньше. Смотри, чтобы тебя не увидели. Конец связи. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. Не переживайте, я вернусь и доведу дело до конца. Такер, привет. Ладно, постараюсь. Конец связи. Вот он. Домик администрации. Надо как-то попасть внутрь. Yeah!
где оно? Твою мать! Ведь рядом где-то. Еще одно гнездо. Сожжем и его. Дверь заперта. Где-то отвезти его к Эдди. Иначе будем его сжечь, блядь. Эдди, я достал тебе этот нож. Спасибо, Дикон. Ты не представляешь, как он нам нужен. Нет проблем. Я рад помочь. Huh.